Названы 10 лучших лыжных трасс Московской области, среди них две расположены в Одинцовском округе. Полюбившаяся жителям и гостям муниципалитета Лазутинка была открыта в 2002 году к 45-летию города Одинцова. Она проходит по пересеченной местности среди живописных пейзажей Подушкинского леса. Лыжня в Ромашково как трасса начала развиваться в 50-х годах. Сейчас она предлагает много маршрутов для лыжников любого уровня подготовки от 3 до 17 километров со знаменитыми подъемами.